Перед просмотром хочу посоветовать игровой канал V+1 Show. Его создатель проходит разные интересные игры со своим ручным единорогом Юником. Интересно? Так еще они Майнкрафт сериалы выпускают. Зацени, ссылка в описании. Давай, вытаскивай ее туда. Может, не надо? Тебе не кажется, что это все уже слишком далеко зашло? Да заткнись ты уже, идиот, а! Мы и так по уши в дерьме, зачем? Как я вообще мог подумать, что ты можешь нормально ограбить банк? Да ты даже магазин не смог ограбить! Чертов маленький магазин! Знаешь что, я не один виноват во всем этом! Если бы ты хоть чуть-чуть подумал и не стал связываться с ней, все бы прошло нормально, ты понимаешь это? Заткнулся нахрен! Наш маленький Руди влюбился, да? Ну, сука, ты сейчас отхватишь! Давай, только попробуй, чертов псих! Парни, стойте! Здесь есть телевизор, идите сюда! Сегодня из отделения полиции сбежал мужчина неформальной внешности. Около 40 лет, предварительно обвиняемый в изнасиловании обезьянок в местном зоопарке. И что, ты нас ради этого звал? Мы не в фильме, Джон. Здесь не будут говорить о нас, как только мы включим телевизор. Ты недоносок... Вот, смотрите, про ограбление! Сегодня утром было совершено ограбление в банке American Standard на Фонтейн-авеню. Грабителям было украдено около 10 миллионов долларов. К сожалению, лица преступников не попали на камеры наблюдения. А полиция прибыла на место событий уже после ухода грабителей. Ведется следствие. Мы будем вас держать в курсе событий. Какого черта? Мы ведь ничего не украли. Твою-то мать. Видимо, это владелец банка все подстроил. Что? Владелец банка сам украл деньги, а полиция теперь думает, что это сделали мы. Но это нечестно! Нечестно. Да пошли вы все! Ну, вали отсюда! Нормально проведем дело и без тебя, придурок! Аж бесит! Зачем ты так? Что, следил за мной? Там эта девушка. Ей что-то нужно. Отстань, мне нужно побыть одному. Да хватит уже. Позвони своим этим браткам. Соберем новую команду. Совершим новое ограбление. Да не получится у нас ничего. Джон ушел, вдвоем мы не справимся. Еще это Мэри. Ты меня вообще слышишь? Хватит. Сдаешься после первой неудачи. Это что, ты меня мотивировать сейчас пытаешься? Себя смотивируй наркотики бросить. Да мне как раз плюнуть. Давай, давай, как раз плюнуть ему. Вот и брошу, а ты перестань себя как баба вести. Тебя твоя эта Мэри ждет. Как баба? Я тебе покажу, как баба. Пошли за мной! Нет, стой! Хочешь меня убить? Я говорю, пошли! У меня в кармане пистолет, только попробуй куда-нибудь убежать. Куда ты меня ведешь? Садись в машину! Поплатитесь за это, меня уже наверняка ищут. В общем, извини, что так получилось. Я не ожидал, что все так сложится. Ты
Ты серьезно? Я ведь считала тебя хорошим парнем, а ты врал мне тогда. Ну, мне просто сейчас нужны деньги. Я всегда мечтал совершить что-то такое. Как ты вообще можешь такое говорить? Это незаконно. Тысячи людей работали ради этих денег, а ты просто их крадешь. Знаешь что? Вчера мы ничего не украли, но из банка все равно пропали деньги. Все воруют, и с этим ничего не поделать. Ладно, но ты убил человека, того охранника. Я ведь его знала. Я не убил его, он должен выжить. И это твое оправдание? Ты хотел выстрелить в хозяина того дома. Тоже не убил бы его? Ну, там мы мирно разошлись в итоге, так что хватит. Почему ты остановился? Мне нужно с тобой поговорить. В общем, у меня к тебе есть предложение. Мы не можем просто так тебя отпустить, ты можешь сдать нас в полиции. Нет, нет, я не сдам вас, ты чего? Так вот, я хочу снова ограбить банк, и ты мне в этом поможешь. Получишь часть денег, сделай, мы тебя отпустим. Ты, но... А если я откажусь? Ну, лучше соглашайся. Я не смогу. Я в детстве конфету не смогла бы украсть, а ты предлагаешь такое. Пожалуйста, отпусти меня. Я могу забыть обо всем этом, честно. Не получится. Назад пути нет. Просто взгляни на это с другой стороны. У тебя будет много денег. Если что, скажешь, что была у нас в заложниках. У нас ничего не получится. Даже тот парень ушел от вас. Какой парень? Шоколадка. Вон он. Кто? Ну это та твоя шоколадка. Джон! Да идите нахрен! Садись к нам, ты не убежишь! Отстань, говорю! Быстрее, Джон, прыгай к нам! Останови мне где-нибудь подальше от этого района. В смысле? Ты что, тупой? Не хочу с тобой иметь ничего общего. Спасибо, что спас меня. А теперь останови машину. Слушай, мы готовимся к новому ограблению. Мэри согласилась помочь, Марти тоже готов. Давай с нами. Руди, нет, перестань, я не готова к такому. Ну нельзя же так просто сдаться. Давай доведем дело до конца. Руди, хватит мечтать. Отпусти нас и дай жить спокойно. Да идите, давайте, куда хотите. Надоело вас уговаривать. Если бы мы серьезно относились к тому, что делаем, все бы получилось. Я так старался, даже сейчас. А вы все не верите, не получится у нас ничего. Ну конечно, с вами-то. Ты все сказал? Мэри, пошли.